Здравствуйте, меня зовут Татьяна, и я рада вас приветствовать на канале, который так и называется Татьяна Кельмяшкина. Знакомлюсь с новой пряжей, приглашаю всех желающих. И это у нас на повестке дня Нака и Стива. Слышала я об этой пряже, девочки показывали в вязальных своих роликах и решила сама познакомиться. 50% хлопок, 50% бамбук. Это состав. Цвет очень красивый, такой летний-летний. Так, чумеет телефон, чумеет от цвета. Так, сфокусировались. Это говорит о том, что цвет красивый. Он вообще, конечно, такой вот и солнышко, и травушку совместил в себя, да, воедино. Летнее-летнее настроение, безусловно, поэтому я такой морскую, в общем-то, тему тельняшескую выбрала. Никому мы не расскажем, что это кухонное полотенце, здесь жарятся баночки для огурцов. Никому у нас тельняшечка, море. Ну, в мечтах-то хотя бы можно, правда ведь? Итак, едем дальше. Цвет. А то сказала, кому понравился. Вот, пожалуйста, его номер. Хорошо сфокусировано. Вот информация, которую нам нужно знать. Гладить, стирать, там что еще. 100-граммовый моточек. 375 метров. И рекомендуют спицы 2-2,5. Крючок 2,5. Я когда... Так, все мы просмотрели? Да, мы все просмотрели. Когда, значит, увидела эту нитку, решила, что ой-ой-ой, нет-нет-нет. Вязать в одну нитку я не буду. Это слишком тоненько для меня. Состав, конечно, прекрасный, что и говорить. Но вы знаете, сегодня, пойдя на прогулочку, взяла эту пряжу, думаю, попробую, вот попробую. Спицы, промежуточный такой вариант взяла, 2,5, рекомендуют, помните, 2-2,5. А так как это кубические спицы, то получается, что минус 0,25. То есть, как бы мы работаем со спицами 2,25. Как раз 2-2,5 и среднее значение 2,25. Под мою плотность именно эти спицы подходят изумительно, просто изумительно. К этой пряже я имею в виду. Так, что у меня получилось? Когда я взяла в руки пряжу и начала вязать, прям с первого рядочка, я вдруг поняла, что зря я пугалась этой тонкой ниточки и собиралась там какую-то, значит, вводить еще дополнительную. Она замечательно вяжется, несмотря на тонкость, маленькую толщину, как сказать-то. Вяжется она изумительно. Я сразу поняла, что я любитель... прям прелюбитель лицевой глади, не стала бы вязать из нее лицевой гладью. Это скучно, нудно, долго. Меня не пугает, что вот спицы такие маленькие. Вязали мы лицевой гладью и поменьше спицами, на двоечке вязали, да, и 1,75. Но вот именно эта пряжа я не выдержала бы вязать лицевой гладью. Ажурики я не очень люблю, но пока здесь вот для знакомства именно ажурики подходят. Многие любят вязать летние вещи, круглую кокетку, маечки и так далее, именно из тонкой пряжи ажурами. Мне кажется, вот любителям подобных изделий эта пряжа понравится очень. Поэтому я взяла, но без схем, без всего, на 11, 4 раза по 11 петель разделила, и вот центральную взяла до нее, после нее накидать, и, ну, соответственно, 2 вместе, чтобы не портить платочек, она вот видно по краям и внизу. Здесь 2 вместе накид, 2 вместе накид, 2 вместе накид. Изумительно, кстати, смотрится, можно как регланную линию сделать или что-то еще. Вот, и резинка. Теперь стала моей любимой резинкой. Добрый зритель мне посоветовал вязать 2 на 1. Вот она, наверное, с этой стороны смотрится. 2 лицевых, 1 изнаночная. И я давай теперь ее везде. Резинку не держит. Хлопок с бамбуком резинку не держит от слова совсем, но посмотреть на резинку хотелось. Очевидно, очевидно, любые ажурные рисунки будут здесь замечательно. Нам теперь нужно, кстати, меня все учат вязать образцы не узенькие и в длину, меня все учат квадрат как минимум, а лучше по ширине. Где-то я все читаю и вижу, что для, ну, я для расчетов образцы не использую. Ой, как на улице у нас шумно. Я вяжу образцы, вот просто посмотреть на рисунок. С расчетами по образцам у меня полная беда. Ну и теперь я их уже коплю. Я их уже потихонечку коплю, подкапливаю. А для того, чтобы связать когда-никогда плед, соединить. Но это, конечно, я не представляю, когда у меня дойдут до этого рученьки, ноженьки и все остальное, чтобы взять и каким-то образом соединить разные фактуры, разные... Так, Таня, ты опять уехала куда-то не в ту степь. Прошу прощения, возвращаемся к нашей Наке и Стиве.
Итак, нам осталось сделать замеры. Меня научили, что очень удобно положить на листочек, да, там формат А4, да хоть на газету, обвести образец до стирки и потом обвести образец после стирки. От себя лично, от своих зрителей, благодарю за такой совет. Это действительно классно и полезно, то есть, чтобы там не мерить, не замерять. Берем, да, красиво мы, у меня уже какой-то образец большой получился, 55, что ли, петель. Обводим сейчас условно, потому что просто смысл скажу, обвели, да, вот, и потом после стирки обвели. Что у нас получится? У нас получится или внутри, то есть подсел образец, да, или наоборот снаружи, то есть образец увеличился. Идея супер-пупер. Но так как я снимаю первую часть этого ролика, пока образец не стиран, пока вот он таким вот образом до ВТО, дома у себя, а продолжение истории я сниму уже у мамы. Сейчас я постираю, высохнуть он не успеет, ну, темно уже будет, пока он высохнет, это 100%. Поэтому вторую часть я буду снимать у мамы. Блокнотик, он вроде маленький, но я его брать раз-раз не хочу. Просто листочек и замну, несу завтра очень много. И мы сейчас с вами старинным дедовским способом. Потому что вот рулеточку я и у мамы найду, да, и могу бросить, с ней ничего не будет. Я с благодарностью за совет. Просто вот сейчас мы по старинке все это сделаем. А идея шикарная. Итак, до ВТО мы увидели. Мне, знаете, мне искренне пряжа понравилась. Хлопок с бамбуком. Вяжется, несмотря на тонкость, легко. Это я уже подвожу итоги, несмотря на то, что еще первая часть. Не хочу я даже больше мысли какую-то... Нет, если потолще хочется, можно. Но все-таки хлопок с бамбуком, летние вещички, да? Если мы там на осень, можно с чем-то смешать. Но вообще, если у меня была прям идея фикс с чем-то смешать, сейчас у меня такой идеи нет. Ну, бамбук прям видно, что будет, наверное, тянуться. А сейчас мы посмотрим размеры, какие есть. Итак, по ширине 24 сантиметра ровно. Под вот этой изнаночной полоской, где ажур заканчивается, один, второй начинается, надо запомнить. 24 сантиметра ровно. Мы запоминаем. Так, как бы подлезть-то мне не дотянусь. Так, если сейчас пошатнетесь, не переживайте, это я штатив задену. Так, 14 сантиметров ровно по... высоте. Кто вяжет образцы? Как вам удобнее, все-таки узенькие, длинненькие образцы вязать? Или действительно в широких образцах лучше расчет идет? Я все чаще и чаще слышу вот совет широкие образцы делать. А может быть никакой разницы, я не знаю. Я просто образцы для удовольствия. Итак, 24 на 14. Мы это запомнили. Запомнили. Сейчас мы помоемся, потом мы уже завтра снимемся во второй части сериала нашего под названием Нака и Стива. Самые приятнейшие впечатления пока. Самые любители ажура на лето, это просто обратите внимание. Кто вязал из нее, напишите, потому что образец образцом, а в носке как она. Самая классная информация в комментариях. Пусть противоречивая, пусть, но все равно, когда процентов 80, да, мы там читаем одного, процентов 20 другого, одни уже выводы, да? И поэтому комментарии — это самое ценное, что может быть. Я сейчас вот попробую еще на зелень. Нет, надо на другой, наверное, на другом оттенке. Вот. Пряжица прекрасная. Прекрасная пряжица. До встречи во второй части. Летняя. Настроенница летняя, конечно, у нас. Так, ну что же, наступил новый день. Вот мы какие красивые. Замечательные. Расправились. Накиды, как это сказать, в ажурах. Воздушное пространство, дырочки. Все это стало более четко. Рельефность слегка пропала. И давайте посмотрим на размеры. Постирала, в расправленном виде посушила, не парила. Хотела сказать, не ВТОшила. Не парила. Это еще не затейливые ажурные рисунки. А кто вяжет нормальную красоту? В общем, для ажура пряжа великолепна.
По ширине образец, к моему удивлению, не изменился. 24 так и осталось. Наверное, в крючке, кстати, хорошо будет. Но крючок и я – это разные деревни. Так, что касается высоты, у меня там подоконник заканчивается, и рулеточка падает. Поверьте на слово, 16 сантиметров. Так, сейчас я подвину. Кто мне через экран сказал, Татьяна, образец по-другому положить? Как оно? Спасибо за подсказку, допёрла. В общем, 16 сантиметров, было 14. То есть вот тут бамбук-то себя и проявил. Вот здесь бамбук себя... Удивительно, что в ширину осталось тем же. Так, ну что, надо думать, в полотне вытянется еще больше, потому что все-таки маленький образец – это маленький образец, а изделие – это совсем другая история. Показываю близко, как и показывала образец до стирки. Вы знаете, пряжа произвела очень приятное впечатление, очень. Я рекомендую. Ну, надо ли говорить, что оно не колется? Оно не колется, оно действительно... Бамбук, наверное, будет давать прохладцу. Подобрать рисуночек. Как в лицевой глади вот можно здесь представить? Ну, говорю, даже я, повторюсь, вчера я говорила, ну, в этом ролике все будет, что даже я не хочу лицевой гладью пробовать его. Резиночка стала рисунок свой показывать, но, естественно, не держит ничего. Вот такая красота. Вы знаете, я рекомендую. И если мы в комментариях почитаем, как она в носке себя ведет, это прелесть. Мне кажется, здесь главное не связать рыхло до такой степени, чтобы она, ну, не превратилась в какую-то непонятную штукенцию. Вот действительно 2-2,5, вот 2-25 у меня предел. Я на 2,5 бы вязать, наверное, не стала. Может, какую-то тунику пляжную. Ну, даже пляжная туника, она должна быть все-таки легкой, воздушной и держать форму. Не колом, конечно, стоять, но для меня все-таки 2-25, вот так. Огромное спасибо за внимание, мой добрый зритель, и до новых встреч. А они обязательно будут.